Ну вот, решил показать всем здрасте свою ветряную систему. Сделана она просто. Стоит аккумулятор облепленный ветряками. Таких вот ветряка у меня стоит 3. Все идет по проводам. Примерно каждых 5 проводов или сколько там меня идут аккумуляторы, чтобы не терялась энергия. Вот, на выходе, наверное, кончилась запитка. И вот это все идет вот ко мне в дом. Так. Так, так, так. Ну и вот покажем. Посмотрим, сколько это все у меня. Так. Вот она моя системка. Так, вот приходит туда сверху кабель. В будущем планирую заменить на оптоволокно все. И уходит вниз. Вот тут можем уже замерить. Ай да, кстати, надо дать ему нагрузку. Так, зарядим костюм. Ну, поставим на зарядку и посмотрим, сколько он будет. Выдавать. Ну, 31 ем. Бывает, доходит до 70. Да, сейчас ветер слабоват. Так, так он довольно-таки неплохо работает. В принципе, у меня тут стоял только один лавовый вот этот генератор. И я его не пользовал. Его я поставил для того, чтобы получить этот квантовый костюм. Больше я его для чего не использовал, но систему оставил. Потому что придачу, чтобы получить квантовый костюм, я построил вот эту атомную станцию, которая работала абсолютно в другом режиме. Извиняюсь. Была совсем другая схема. Сейчас эта схема экономная, но поскольку мне на данный момент она не нужна, я ее отключил. Вот такая у меня полностью оборудованная энергосистема. Вот сюда приходят провода от солнечных 4 батарей, обыкновенных, без всяких усилителей. Ну а тут все проведено с помощью алмазных проводов. Ну все, пока.